Так, проволока у нас уже натянута. Сейчас будем наващивать ващину с помощью катка. Вот такой каток. Привет. Значит, что мы делаем первым делом? Первым делом мы мочим вот этот каток в воде обычной. Для того, чтобы... Ну, это в полевых условиях. Так делаем на доске специально. Но сейчас получится вот так. Короче, оставляем здесь на ширину катка, ну, чтобы можно было прижать. Ну, где-то получается до сантиметра максимум, наверное, в зависимости от того, у кого какой каток. У меня он сантиметр, и от края рамки, ну, как бы много не получится его прижать, не получается особо. Смотреть, чумочим и по чуть-чуть прикатываем для того, чтобы прилипла ващинка. И потом уже посмелей прокатываем ее всю. Видите, она плохо прикатал и отлетел. Так, прокатываем вот так. Теперь поднимаем лист. И с той стороны у меня стоит камера. Сейчас переведу. Поднимаем лист и тут же прокатываем для того, чтобы он не сломался или не отошел. Так, все. Теперь дальше. Каждую штучку. Здесь у меня получится только пополам сделать. Потому что нужна специальная доска, ибо сломается, ващина продавится. Так, и вот так вот по пол ващинки. Ух ты, ушла в сторону. Так, и прикатываем. Можно сделать 4 нитки. Можно сделать 5, как здесь. Потому что если ващина широкая, очень раздутая, то может поломаться. Обычно ломается. Ломается вот здесь. Поэтому, ну, как бы делают 5. Так, и теперь вот с одной стороны, видите, прижалось. Все. Теперь переворачиваем. И также прокатываем со второй. Так, тоже можно помочить, когда прилипать начинает. Бывает, сбивается вот эта вот бороздка, ее надо тоже почистить, чтобы леска попадала туда нормально и не выпрыгивала. Так, ну вот все, рамка сделана. Еще можно
кусочками овощины зафиксировать вот с этой стороны, вот так, например, с краешку. Вот это по три точки делает, чтобы проволока не выпрыгнула наверняка. В перчатках не особо удобно, как бы смысл понятен, да? Вот так вот. Можно сделать горячим воском, прям берешь, капаешь, разогреваешь свечку, допустим, из того же своего воска. И прям берешь, капаешь, она застывает, и вообще классно. Все, с вами был Олег Лунев. Кому что интересно, пишите. Кому непонятно, тоже пишите. Все, до новых встреч, пока.